Ну что ж, после соревнований, да, хотим посетить небольшой замок и чуть-чуть проветриться и пойдем домой. Всегда вода прозрачная, чистая. День. Зайка, забери его с дороги. День прекрасный. Сы, белочка. Видите? Мы находимся в историческом центре Дзопола. Здесь, как и в любом историческом центре, есть замок. И так как мы еще не были в этом замке, мы, конечно же, сейчас туда пойдем. Небольшое видео о севере Италии. Вот такой мостик. Все сделано из камня. А тут написано «Кастелло». Да, конечно. Смотри, здесь в военных целях остались еще эти окошки. Видишь? Смотри, как оно было сделано. Если бы не было, нельзя было заходить, я думаю, что, в принципе, по идее, не должны были вешать туристическую вывеску. Правильно? Так же, как я спокойно могу пройти по центру реки, точно так же я могу зайти сюда. Смотрите, какая красота. Ай, птички поют. Вы здорова? Очень красиво. Чувствуешь, какая здесь атмосфера? Даже чемпионы любят качельки, да? Папа сегодня так болел, что судья был вынужден дать папе команду удалиться. Я думал, мне сейчас дисквалифицируют сына. Ну, вы идете? Батька.